Однако, здравствуйте, у микрофона снова Лёха, и это снова Call of Duty 4. И мы продолжаем с этим коллиматорным прицелом. Дай пулемет. Дай пулемет поносить, шоколадка. Сникерс. Ай, блядь. Марс. Нет, Сникерс. Сникерс круче. Ну, Сникерс. Ну, дай пулемет поносить. Ну, давай поменяемся. Ну, пожалуйста. Ну и сука. Эгоист. Дайте кого-нибудь убить. Кого мне убить? Я не... Ебать! Нет, 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 нет. Все. А, блин, прыщи мне на спине повыдавливали. Я на вас обиделся, пидор. Где мое СВД? Верните мне СВД. Умри. Дымок, везде дымок. Вейперы, сука! Никого не вижу. Вейперы поганые, все задымили. Ау! Больно? Я с тобой не дружу. Где ты? Кто там кричал на четвертом этаже? Здесь их всего три. Ой, бля, меня еще и убили. Хорошо, ночное видение. И беретка или... Нет, о, блин, это не беретка, что я тут плю? А может и берета? М9. Блин. Не шарю. Я зайду сюда. Батя в здании. Батя из здания в здание перешел. Ой, бля. Извините, но какого хуя вы здесь стали? У меня тут типа сражение в самом разгаре. Пидорасы. Так, дай, выключу. Воу-воу-воу-воу! Да, сука! Ты где? Так, ладно, калаш, пусть лежит. Я возьму СВД. Я... Всем лежать. О, ты еще живой! О, бля! Вот пидор! Ложись. Он мне что, с РПГ пытался прикладом уебать? Бесполезные чмошники. А вот и пулеметик. Оу, воу, случайно промазал. Дайте я его возьму. Ладно. Умирайте, гниль. Падлы. Блин, как бы еще их обозвать, не используя особо матов. Может, уже хватит стрелять через стены? Дайте пулемет. Я знаю, что у вас здесь есть пулемет. Нет, это не пулемет лежит. Я хочу пулемет. Ну это же М249, только... Блин, на сошках, кстати, как он держится? Алло. Что, сошки вбетонировали? Ладно, дай СВД. Хотя, нет, беретка крутая. Или это не беретка? Я не знаю. Просто есть одна игруха, где я с пистолетом гоняю с беретой. Я привык к нему. Умер. Идем. Брутал. Куда идти-то? Алло. Да не чисто нихуя я, не вижу ничего. Куда идти? Чё вы за мной идете? Ведите меня. Сука. Все понял. Ой, извините. Ну я просто нервничаю, а вы тут стоите такие. А, блин, надо было СВД все-таки взять. Да я за стенкой все равно, мне насрать. Бум. Бум, бум, бум. Да сейчас нас огнем подавят. Ложись. Взрыв, читер, он через текстурки проходит. Во-во-во, не убил, нет? Нет. Так. Закончились патроны, значит, да? Убегает. Так, этот умер, вроде бы. Там еще кто-то шевелился. Умер. Угу. Так, следующий. Следующий, блядь. Лег. Лег. Лег ведь? Да сколько вас там? Вы что там плодитесь, блядь? И главное ж ни одной бабы. Как они плодятся? А, я забыл. Такие задания, они не кончаются. И мне нужно просто пройти куда-то. Да, есть кто?
Здрасте, до свидания. Ёрзает там. Глист. Так, куда идти? Во-во-во, понял, понял, понял. А почему я не могу пиздить прикладом? Ладно, насрать вообще. Воу! Так, мне джавелин надо взять, да? А где граната? Не здесь, ладно. Да возьму сейчас, прикройте хотя бы. Ай, бля, больно. Ладно, я смогу! Ха! Смог. Где здесь джавелин? Где здесь? Вот он. Давай, вместо береты. Возьми. Да блин, вместо М9. Я не знаю, я привык к берете, он на автомате уже. Какой бы пистолет у меня в руках не был, я назову его беретой. Случайно, конечно. Ой, куда я целюсь-то? Давай! Ну прикройте вы меня, суки! Так, есть еще кто-нибудь? Ой, куда я кинул? Так, 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 дай поменяю. Джавелин, джавелин, джавелин. Я присяду. Ну, меняй это оружие быстро. Ой, блин, везет вам. Успеваю пушку в сторону отвести. Так. Великолепно. Конечно, я ж красавчик, ты шо? Ну? Наводись, блядь! Наводись! Красиво. Есть еще? Так, окей. Так, вроде патроны есть, достал. Куда идти? Куда идти, куда бежать? Какая элегантная дырочка. Ну, идешь? Я на дырочку просто хотел посмотреть, она такая красивая. Такая ровная, прям как лазером сделали, так хоп. Насрать на танк! Стоп! Мне нужно было джавелин взять? Куда бежать? Не знаю. Есть кто? Где я? Мама, мне страшно! Танк! Это наш танк, да? Абрамс. Да ну! Терминатор, блядь! Понятно. Минус пистолет. Так, 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 где мой подствольник? Подствольник! Ля-ля-ля. Убить всех. Я буду так радостно прыгать, напевать песенки и всех убивать. Парам-парам-парам. Э, чё не взорвалось? Парам. Они вроде бы уже умерли, но все равно. Ты что тут встал вообще? Стоит такой беспалевный. Пуляет. Сколько у меня этих гранат, обосраться? Не, серьезно. Я что, рожаю эти гранаты или как? Да вы умрете сегодня или нет? Терминаторы. Воу, с РПГ в меня стрелять? Я вроде тоже человек. Да ну. Ай. Боль. Ой, не отходите от танка. Или уже все. А, мне туда, ладно, все, понял, понял, понял. Бегу. Бегу, бегу, бегу. Не-не-не-не-не. Ты умираешь. Ты умираешь. Я живу. Я живу, ты умираешь. Нет, я умираю, они живут. Плохо. Хорошо. То есть не хорошо, а плохо. Я сейчас вернусь и буду мстить. Я бегу. Да блин, дайте, дайте я вас убью. Я аккуратно, я не больно, честно. Я тебя нежно зарежу. Так, я любя. Иди сюда, малыш. Малыш, хватит гулять на крыше, сука, а то ебало отстрелю. Я предупреждал.
Дебил. Воу! Опасно. Пацан, они сзади. Они сзади, блядь! Ебанутое создание. Вот, вот вообще. Так. Иди сюда. F. Завали ебало! Отлично! Сука, бесишь меня. Я тебе этой кнопкой рожу отстрелю. Во-во-во. Я ему гранатой ебальник разбил. Хорошо. А где труп? Тут же сидел мужик. Я хотел с ним поиграть. Ну, видимо, он не хотел поиграть со мной. О, где мой подствольничек? В смысле? Где-то так надо херачить и пробить их через стены. Ну ладно. Ладно, хорошо. Где РПГ? Наверху РПГ. А мне нужно себе РПГ взять. Блин, они такие беспалевные, стоят, их вообще не достают. Так, пулемет я взять не могу. Я ничего взять не могу. Где ракетница? Ракетницу мне дайте. Да хватит в меня стрелять, суки! Каким хуем я тебе его установлю? Н, дай мне. Н. Маяк. Да блин, хватит гранаты кидать. Маяк. Какая кнопка? Ничего не понятно. Я раскидал флешки. С этим я вообще ничего не вижу. И как меня слепит флешка, если я в этой фигне? Так, подствольник. Пустой ведь? Да, пустой. Установить инфракрасный маяк. Мне нужно подойти поближе, что ли? Чтобы они меня не достали. Но нет, 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 нет. Здесь забор. Меня там не хотят видеть. Уйди! Я паникую. Сука, пятку тебе прострелю. Да не ебу я. А, хорошо. Сигнал маяка получен. Приближаемся с северо-востока. Хватит в меня стрелять. Сука. Упыри. Не люблю вас. Ебать, ты строчишь. И ты строчишь. И все строчут. И они строчут. Мне страшно. Все везде строчут. У всех пулеметы. Один я как лох с магазином на 30 патронов. В меня-то за что? Ну давай я гранату для приличия закину. Нет, вы всех уничтожили. Бум. Вас понял. В смысле? Я же ее туда закинул. Ну ладно. Они улетают. Заберите меня, я тоже хочу на вертолете покататься. Дай на вертолете покататься. Ну дай. Ну дай. Пидоры. Вас понял. Они уже в пути. Хорошо. Операция выполнена отлично. Конец связи. Так конечно, это же я же Джексон, я же с вами. Я, наверное. Меня, наверное, зовут Майкл. Майкл Джексон. Тут такая лунная походка, короче. Ну, нет, я не умею. Все. СВД! Уи! Идите сюда, суки, я вам глаза попростреливаю. Они не хотят дружить со мной. Куда мне идти? Что тебе надо? Внимание! Так, куда, куда, куда? Вижу, мы что-то. Вот. Вывести отсюда, займем позиции у болота. Здесь, оп. Здесь и здесь. Техникам нужно время, чтобы починить танк. Оп, во, все, идеально. Я на месте. Ой, как светло. Ой, как темно. Цель захвачена. Черт, не водери. Прыгай, прыгай, прыгай. Ну прыгай. Меня же сейчас ебало, оторвало бы просто этой ракетой. О, Николай. Я снова соуп, наверное. Да ведь? Я соуп. Суп.
Высота. Какая высота? Уже низкая. Хорошо. Там кто-то стоит? Вот вы пидоры! Ты все еще жив. Вставай. Да ну нахуй! То есть ты там стоял, с кем-то трепался, а проверить, жив я или нет, не мог. Сука, хоть винтовку мне дай, уёбок. И ты тоже, пидор. О, есть еще? М-ка у нас, с чем у нас М-ка? Подствольник есть? Хотя нет, с М-ка я играл, поиграем с этим, все. Хочу с этим поиграть. Так. К вам летит AC-130, но ему нужно время, чтобы добраться до вас. Прием. Вас понял. Конец связи. Так, что у нас есть? Да? Давно я на таком не летал. Это что такое вообще? Я на нем вообще тоже не летал. Ну ладно, я... Сэр, с севера приближаются машины. Отмост, быстро! Ага. Они нас, конечно, не увидели в любом случае. Идем? 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 Идем! Уи! Вы куда? Ах, вы суки! Открывай! Я тебя видел. Открывай, говорю! Ну открой! Ну пожалуйста, но я не могу! У нас гости! Ну да, я первый хочу. Что здесь происходит? Да чё вы с одной пульки-то не померли? Жадины. Не, ну я не жадный, я могу дать и больше одной пули, но... все равно. А где дедушка? Тут должен был быть дедушка вроде бы. Которого они присанули. Я когда-то играл, но я не помню, ладно. Приныкался тут такой. В противогазике. Нахуя тебе противогаз? На мошонку похоже. Но это гранаты. М9. Здесь патронов больше. Идем. Вы что такие быстрые? Ну ладно, я с вами буду. Николай! Коля! Коля, у меня в классе тоже есть Коля, и он такой неадекватный. В принципе, как и я. Не высовываться! А я хочу высунуться. Дратути! Дратути! Ну, дратути! Дратути! До свидания! Суки! Не хотят со мной дружить. Вертолет улетает! Идем! Дай трактором поуправлять. Дай трактором поуправлять. Я хочу поуправлять тобой. Я хочу поуправлять тобой полностью. Сука. Ебать, бронетрактор. Воу-воу-воу. Ебать тебя. Так, давайте постреляем вот с этого вот. Что это у нас? А, да не нож, встань. Ай, нет, сядь, ляж. Упади. Да дайте вы мне сесть. Понял. Бегу. Усач никогда хуйни не посоветует. Больно? Это больно. Так. Гранату подкинули. Проверяем, есть ли здесь выход. Здесь есть что-то. Здесь есть лестница. Здесь есть... Дайте, суки, вас поубиваю сейчас всех. Я думал, тут стекло. Но нихуя. Ладно. Ребят, идите сюда. Это все, да? А не. Они убегают? Ребята, я с вами поиграть хотел. Они убежали. Ну ладно, куда дальше? Сюда. Никого ты не видишь. Сука, куда ты флеш кидаешь, блядь, ебанат? Я видел космос.
Ты адекватный вообще, нет? О, что это было? Во! УЗИшка. Прикольно. Я возьму УЗИшку. Что-то слишком тихо. Куда они делись, чёрт? Да ну нахуй! Наверняка они сменили позицию. Я их убил. Можешь отрезать нам путь где-нибудь впереди. Чувак, я тебя слышу не в радио, не в наушнике. Ой, не в рации, не в наушнике. У тебя голос всегда такой? Блин, с помехами. Ладно, идем. Идем. По стелсу. Тихо. Стелс. Собачки. Бобик. Глупый Бобик, фу. Жалко тебя. До свидания. Здравствуйте, здравствуйте. Николай. Угу. Да, я обнаружен. А куда это вы, ребят? Ребят, не уходите. Ебать тебя! Не-не-не-не-не! Нет, не хочу! Уходи! Отошел! Там была собачка! Собачка! Шашлык! Где моя шаурма? Шаурма, отстань от моего слуги! Шаурма. Бобик! Чего вы стали здесь вообще? Я тут Бобика оплакиваю, они стреляют в меня. Ты где? Пью. Пью в лицо я тебе сделал, сука, умирай. Дай калаш. Ну ладно, гранату кидай. Я опять мимо кнопки тыкнул. 99 патронов, ну в принципе, хватит. Да насрать на вертолет вообще. Похоже, они не знают, где мы. Пусть так все и останется. После такого месива, как они могут в принципе не знать, где мы? Ну ладно, ладно, хорошо, идем дальше. Я возьму вот эту вот. Она больше мне почему-то для стелса идет. Потому что так, типа, прицельчик. Красная точка. Целеуказательная всякая такая. Стойте! На мосту впереди часовые! Насрать вообще! На таран, блядь! Следите за прожекторами! Шевелись! Извините! Но мне просто нужен экшен! Мне нужен экшен! Мясо, кровь, кишки, хардкор. Да не стреляй в меня, сука, я должен всех убивать. Умри. Ай, ты откуда? Пидорас. Дай летчика собью. Бронированный, что ли? Ты умирать сегодня будешь, нет? Ну и что ты в меня светишь? Откуда ты взялся там? Долбоёб. Ой, случайно нажал. Ладно, дальше что? Оп, оп, оп. Лежать, лежать. Не-не-не. Проходим. Есть кто? Это так... Да умри, сука! Ладно. Не хочет он умирать. Я иду атаковать. В рукопашку! Нож! На нож! На нож, суку! На нож! Не-не-не-не-не-не-не. Не убивай, не убивай. На нож! Это все? Я троих на нож насадил. На кукан просто. Пукан на кукан. Вы где? Алло, куда стрелять? Куда идти, куда стрелять? Ничего не знаю. Ну и ладно, я пойду дальше. Нельзя туда пройти. Можно пройти сюда. Понятно. Какая-то теплица с бронестеклом. Конечно. Ну где ты? Малыш! Покажись! Но я знаю, что... Сука, не хочешь ты со мной играть? Ну вон, поиграй с гранатой тогда. Чего такие косые все? Понимаю я, но... Здравствуйте! Здравствуйте! До свидания! Ты кто? Ой, ребят, вы куда? Тебе не интересно со мной играть? Тебе не интересно, сука? Оу-оу-оу! Все, мне тоже не интересно. Можете уходить. Вертолет возвращается. Всем в укрытие. Сосунок. Ты где? Ай, бля, 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 бля. Больно, больно, больно. Больно! Очень сильно. Не успел убежать. Вертолет
Я шевелился как мог. Ваншот такой. Ебать, его раздраконило. Пиу. Ты чё такой мертвый? Да, собственно, шутки у меня не очень. Тоннельчик. Ну. Бля-бля-бля-бля-бля. Нет. Все. Ну. Он же не горел буковкой Г. И вообще, почему он не полз в тоннельчик? Да. Иди сюда, сука. Все, тебе подстреливают. И тебе, и тебе, и тебе. Всем достанется, ребят. Мне не жалко. По ногам. По спине. Ебальник. Сука. У вас что, гранат особо дохуя? Косой. Косое. Чмо. Просто. Как мешок с говном такой. Это, бля, вертолет. Там один пилот. И вот здесь вот, в пассажирском отделе, находятся просто запасные пулеметчики. Блядь, ну ты стоишь, конечно, красиво здесь. И не Сколько вас там? Что там за производство пулеметчиков косоруких? На нож! Капитан Прайс, в амбаре стингеры. Стингеры? Хватай стингеры, стреляй по вертолету! Ну давай, вот он. Вот, стингер! Ну ладно. Или это не стингер? Нет, это он как раз. А может и нет. Ладно. Какого хера вообще все мне надо? Понятно. Ага. Угу. Наверх выход есть? Нету. Хорошо летит. Черт, он выпустил сигнальные ракеты. Не так все будет просто. Так у меня еще есть. Еще один стингер и открывай огонь. Устрой ему. Черт, молодчина, Соу. Я молодчина, а ты мудак, сука. Почему я стреляю в вертолет с ракетницы? Он стреляет в меня с пулемета. А вы сидите. Пидорасы. Дай хоть первый пойду. Ну да, где мое оружие еще? Ладно, возьму это. Просто, чтобы было. Чем-то мне это напоминает МП-5. Ё-моё. Только большое такое. Но это не МП-5. Это что-то другое. Ну и ладно. В6, говорит боевой молот. Жду сигнала. Боевой молот. Слышал, вам нужна Какой помощь. Ты молот, ты... Приказывайте. Блин, боевой молоточек для отбивных. Противника бронетехника и пехота. 100 метров кухонный к такой. Западу от нашей позиции. Да срать я на них хотел. Всех поубиваю, пидорасы. Какая там бронетехника? Все умрут. Прикроем вас до зоны посадки. Вам лучше поспешить. Это все моя граната. Выдвигаемся. Конец связи. Кстати, это откуда прилетело вообще? Тут самолеты какие прилетели, нет? Ну ладно. Хорошо. Ой. Что-то пролагало немножечко, ну ладно. Что дальше? Кара божья. Так, ничего не понятно? Ничего не понятно. Но на этом я буду заканчивать и продолжим мы играть за вот это вот нечто в следующей серии. Поэтому мы подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем видео. До встречи в следующих сериях. Всем удачи и всем пока.